сидят, рад тебя видеть. Как дела? Да, взаимно. Да я, ну, как все, наверное, вот я немножко... Лимонадом. Лимонадом практически, да. Представлюсь еще раз сама, я представлю Женю. Меня зовут Настя Полетаева, я диджитал-директор Esquire, а Женя стендап-комик, наш друг и участник нашего проекта Esquire Stand-Up, который вышел у нас 1 апреля. Вот. Как твой карантин проходит? Сколько ты на самоизоляции? Слушай, ну я, как полагается, вот с того момента, когда всем указали, тогда я сижу. Ну я просто, откровенно говоря, не в полноценном карантине нахожусь-то. Я жду эфиры на радио, на Comedy Radio, и мне нужно туда залетать регулярно. Label.com! И мне нужно туда залетать, вести эфиры, потому что, ну, люди без радио ничего не смогут, ну... делать правильно, как бы радио оно необходимо. Вот, поэтому я иногда выхожу на улицу, я не сижу там днями и ночами, как надо, на самом-то деле. Вот. У вас в студии много народу сейчас? Ну, думаю, меньше, чем обычно. У нас туда выскакивают только ведущие, диджеи и по факту все. То есть там у нас все наши ребята, которые занимаются СММом и прочими вещами, поддерживающие все менеджеры, ну и все по домам. То есть только ведущие непосредственно на радио сейчас выходят, и ну, радиостанции работают. И у меня вот этот есть пропуск от СМИ, они, соответственно, мне тоже дают возможность туда-сюда куда-то ходить. Но, знаешь, я на этой изоляции, я для себя, знаешь, что открыл? То, что я давно хотел сделать. Я давно хотел всерьез заняться озвучанием, и я им занялся сейчас. Я в прикол даже записал аудиокнигу, да, я в прикол, ну, просто в прикол. А что за книга? Не Фолкнер ли? Нет, я записал «Довлатовский чемодан», просто потому что мне очень нравится. Отличный выбор. И, ну, для друзей. То есть это не какая-то коммерческая история. Вот. И, соответственно, всякие там ролики еще параллельно озвучиваю. Да, стендап американский. Короче, сделал себе угол. Наклеил туда поролон специальный. А, у тебя дома теперь звукозаписывающая студия? Да, ну, купил фильтр, я сижу дома и озвучиваю. И, короче, вот так. В другое время я вряд ли собрался. Ну, я вряд ли такой, вау, займусь-ка этим. А тут все изолировал и начал придумывать штучки. Я слежу уже который вечер, как ты читаешь Фолкнера в прямом эфире, причем по большей части в оригинале. Видел, по-моему, кажется, только один эфир на русском. Собственно, у меня два вопроса. Первый, почему Фолкнер? Почему ты его выбрал? Ну, просто он... Я Фолкнера, на самом деле, очень мало, ну, знал, честно говоря. И поэтому для меня это просто такой эксперимент. И читать на английском в прямом эфире... Понятно, что у меня вообще аудитория не масштабная. Поэтому мне это... по факту читал для друзей. Но все равно это рискованно было внутренне, потому что у него еще язык не самый простой. И он все это в такой текучей манере... И поэтому, конечно, было, ну, волнительно и сложновато. Но я каждый вечер тоже такой прикол себе взял. Потому что, мне кажется, если ты каждый вечер себе придумываешь какое-то, каждый день какое-то дело придумываешь, даже находясь в этой изоляции. И, ну, каждый ты просто чувствуешь, что ты, ну, что ты делаешь? Ты такой, вот я каким-то делом занят. От этого, конечно... Я когда мы записывали наш проект Esquire Stand-Up, если кто-то еще не посмотрел, обязательно посмотрите, у тебя там был кусок, который был полностью на английском, причем ты пародировал разные акценты. Сейчас такая ситуация, и она явно не станет прекрасной там в ближайшие месяцы, непонятно, когда все наладится, вот в связи с чем. Хочу спросить, ты не хочешь переехать сейчас? У тебя, очевидно, нет языкового барьера, и твоя профессия позволяет это сделать. Не, я бы хотел, в теории-то почему нет? Я вообще казах, я гражданин Казахстана, поэтому это мы помним, конечно. Мой отец ветер, поэтому я, честно говоря, вообще готов к переезду, легко. Но куда я сейчас перееду-то? Ну, алло... Ну, сейчас... Нет, ну, в смысле, когда откроют границы, конечно.
Ну, я не знаю. Ну, это может произойти вообще на раз-два. Но у меня эфиры на Камеди Радио. Кто их будет вести? Настя. С другой стороны, конечно. С другой Кто-то стороны, же должен конечно. Делать эту работу, как говорится. Конечно, конечно. По будням. Кто еще на Камеди Радио будет врываться? Соответственно, есть свои моментики. Но вообще я готов... Ну, то есть, Кыргызстан, да, Узбекистан, Канада, опять же, которая мне теперь стала тоже родной. Все, ну, везде открыто для всех этих направлений. Я для тех, кто не знает, расскажу, что Женя родился в Усть-Каменогорске, потом переехал в Омск, верно? Или... Томск. Ну, Томск. Это мы там даже в Томске путаем. Практически, да. Потом уехал по Work and Travel в США, потом ты жил в Канаде краткое время, вернулся в Томск, жил в Канаде, снова вернулся в Томск, потом переехал в Москву. Да. Скучаешь ли ты сейчас по путешествиям? Куда бы ты поехал, если бы можно было? Damn. Ну, куда бы я поехал? Куда ветер пошлет, туда бы я и поехал. Ну, я очень бы хотел поехать в Японию. Мне кажется, безумие какое-то. Казахстан. Ну. Что за молчание? Хорошо, Казахстан, конечно, Казахстан, да. Если вдруг... Торпеда Усть-Каменогорска. Кто-то знает Усть-Каменогорская торпеда. Это вообще, да, это наша легенда. Это наша хоккейная команда, мы гордимся и безумно. Да, умею ли я говорить без акцента «ой-бой»? Конечно, «ой-бой»! Это, ну, естественно, как любой казах. Вот, поехать, ну, в Штаты я поехал уже в более осознанном возрасте, это тоже мне интересно. Но, уже не как турист, а основательно, ты имеешь в виду? Ну, не факт, ну, я имею в виду, мне кажется, самый большой плюс современного мира, что можно везде ездить, не как турист. Ну, то, типа, мы можем поехать где-то... работать, там, еще что-то искать. Какие-то... Ну, не знаю, тяжеловесный переезд я не рассматриваю пока что. Ну, такой, типа, бум. А вот, типа, поехать там на полгодика, туда-сюда, что-то еще. Ну, может быть, это инфантилизм, наверное, но не знаю. Может это нормально. А может и нет. Кто его знает? Мы когда снимали наш проект, я помню, что одна из самых больших проблем была найти день, когда вы все свободны, потому что у всех были гастроли, у всех были концерты и так далее, и так далее. Вот расскажи, как на твою работу повлиял вообще коронавирус и какой у тебя дальше план? Ну, естественно, как у любого человека, я думаю, повлиял. Никто этого не ожидал, никто не знал, что такое может произойти так неожиданно. Но я считаю, что когда ты можешь диверсифицировать свою деятельность как-то, и ну, когда ты совершенно ну, понимаешь, что ты можешь взять и начать заниматься чем-то другим, что для тебя было до этого хобби или каким-то увлечением, наверное, это... Ну, в этом действительно есть плюс. И я мой личный сейчас момент связан с тем, что я продолжаю заниматься озвучкой «Черепашек-ниндзя», чем я и занимался до этого. Это тоже продолжается. Mm-hmm. Мультфильмы, радио, как выяснилось, всем необходимо. Но это жизненно важно. Стендап, да, сейчас на халде. А вот все, что касается «Черепашек-ниндзя», озвучек своих каких-то роликов, рекламы какой-то. И, ну, много, на самом деле, всего. Слушай, а вот что реально делать стендаперам? То есть мы видим, как музыканты там устраивают концерты в прямом эфире, театры в прямой эфир выходят и так далее. Вот стендаперы могут так сделать? Они могут делать стендап в прямом эфире вообще? Нет, так они делают. В смысле, очень многие кто делают. Я знаю очень много... Ну, конечно, очень много ребят, которые делают мероприятия в прямом эфире и которые, ну, делают сет-листы, так называют, делают прям выступления, там, по 5 минут большие какие-то выступления. Ну, для меня пока что это странно, хотя, возможно, пройдет еще пару недель, и я такой, потому что очень хочется выступать. Но, возможно, я говорю, нужно время еще больше, чтобы отчаяться. Но пока, мне кажется, это странновато, потому что именно для стендапа очень важно иметь... Зрителей? Ну, живую реакцию, конечно. Конечно. А комментариев нет, не в счет? Нет. Ну, я бы мог соврать, но мне кажется, это вообще не то. Ну, ты когда смотришь на людей, ты когда видишь действительно вот эту энергию, да, там пишут. Притом и музыкантам то же самое, но музыкантам, с одной стороны, чуть проще.
чем комиком в этом аспекте, мне кажется. Я вел тут для платформы Premiere несколько концертов, которые проходили в закрытом помещении. Мы приезжали, там был, делали концерт Айовы, Лены Темниковой. Когда было все закрыто, никого, только музыканты, камеры, все это снимают в прямом эфире. Крутой эксперимент, но это круто как опыт, безусловно, и зрительский, и для артиста. Но мне кажется, это абсолютно не сравнится ни с одним выступлением, даже в маленьком каком-то баре, где люди тебя рады слышать, как у музыканта, так и у комика. Поэтому что делать сейчас с комиком? Я не знаю. Ну, сложная ситуация у людей, которые только этим занимаются. Потому что много в Москве людей, которые переехали в Москву заниматься стендапом, и которые не имеют ни YouTube, ни телевизионной аудитории, которые, знаешь, ездят по барам. Ну, и много выступлений на каких-то... в каких-то барах, кабаках, там, где можно зарабатывать. Но сейчас ничего этого нет. И когда тебя вообще никто не знает, то есть, это... А что будет? Все вернутся домой? Ну, я думаю, многие вернутся, конечно. Может вернуться и потом опять приедут. А может вернуться и такие, это была славная охота. Пора вернуться назад. Ну, слушай, это дело уже, мне кажется, индивидуальности здесь касается и личного настроя. Вот советуют в комментариях делать мини-скетчи и выкладывать. Это называется вайны. Их уже очень давно выкладывают. Мне кажется, и без стендаперов. Слушай, у меня очень много знакомых, коллег. Просто очень много знакомых коллег, у которых случился тотальный ТикТок. Я бы это... Ну, просто тотальный ТикТок. Случился тотальный ТикТок, это хорошее определение. Понимаешь? Они просто начали снимать, мои коллеги на радио, они начали такие, посмотри мой новый ТикТок. Я такой, я и старый не видел. Он говорит, посмотри, ты что, я делал ТикТок. У меня там 12 миллионов просмотров. Я такой, пример, знаете, там же такие цифры. Там цифры вообще какие-то сумасшедшие. Да. Я такой, это вообще что, правда или неправда? И мы, я смотрю, и я понимаю, что это, интересно, возможно, да, кому-то прикольно, но они говорят, а что ты не будешь делать ТикТок? Я такой, а что ты не будешь делать ТикТок? Нет, я не хочу к нему относиться как-то, знаешь, что типа это фу или что. Я просто считаю, что пусть это будут делать профессионалы, да, люди, которые... Это кто, 15-летние школьники или кто? Да. Которые его и продвигают, которые делают его частью своей субкультуры, так называемой. Поэтому я считаю, тиктокеры... флаг им в руки, пусть у них все это будет, но мне странно, когда люди моего возраста, не то, что у меня какой-то там возраст преклонный, но все равно, знаешь, когда ты осознанный человек... Сколько тебе лет? Тебе 28? 29? Мне 29. 29. Да. Но когда ты в ТикТоке, ты такой, ты думаешь, хорошо, я понял, ладно, твой выбор, это ты решил так делать, ладно. Буквально вчера ночью смотрела канал мужчины, который выкладывает видео про то, как он кидается колбасой в свою собаку. Весь канал про это, знаешь, между прочим. Довольно-довольно это расслабляюще. Слушай, мы сейчас оказались все в очень неестественной ситуации. Про нее уже снимают сериалы, уже пишут сценарии полнометражных фильмов, книги. Вот ты будешь как-то использовать в своей работе? И что самое странное с тобой произошло за этот карантин? Слушай, самое странное, наверное, то, что я впервые в жизни оказался с ощущением... Во-первых, мне кажется, очень много же шуток разных на эту тему. Я сейчас процитирую, если можно, твит своего приятеля Руслана Халитова, который мне очень понравился твит. Он написал, теперь мы наконец-таки почувствовали, каково это сидеть в скандинавской тюрьме. Я подумал, так это так и есть. Это так и есть. Ты как будто в тюрьме, ты такой, а что вообще происходит? И это, наверное, ощущение, что ты как бы вроде у себя дома, у тебя все комфортно, все подходит. Все в порядке, в общем, да. Нет, какой-то трагедии, что-то не так, да. И ты такой, а почему? И мы с ребятами, с другими там, комиками с проекта стендап разговариваем, они многие говорят, что сейчас, наверное, надо про это что-то писать про коронавирус и потом переходить
выступать с этим, рассказывать. Но мне кажется, во-первых, наоборот, ну, возможно, так и есть для кого-то, но для меня, мне наоборот хочется найти что-то более, более общее, отстраненное, и особенно, когда все это закончится. И сейчас все уже устали от этого. Ну, правильно, все же уже наелись, мне кажется, этим. Ну, именно... то есть ты не хочешь шутить в мейнстриме, условно? Ты не хочешь быть среди тысяч комиков, которые сейчас будут шутить про карантин? Нет, нет, это не дело в том, что я хочу так именно выделиться. Я здесь иду с точки зрения просто зрительского раздражения. Не хочу вызывать. Я просто и сам не хотел про это слушать, понимаешь? Я бы хотел поговорить на какие-то более, ну, что ли, вечные темы или что ли. Ну, и мои личные какие-то истории, которые со мной происходили за это время, не связанные с этим вирусом. Жень, у нас уже, мы практически уже заканчиваем. У меня последний, на самом деле, вопрос. Я сразу скажу, что я уже не про это еще не спрашивала. Вот мне правда интересно, как ты оцениваешь проект, который у нас вышел, который все еще идет? Проект про стендап-культуру, во-первых, а во-вторых, про ребят, которые делают стендап в России. Вот, тебе же, наверное, там что-то писали, и какие-то отзывы ты получал. Да, ну, не, я... Типа, хвалить не обязательно, правда, скажи, что думаешь в этом смысле вопроса. Мне очень понравилось. Потом в моем инстаграме отдельно можете выслушать иную версию. Да нет, все, я очень сильно кайфанул именно от того, что Esquire заинтересовался всем, что происходит в России, и стендапа много, и стендап очень разный, и то, что в рамках проекта Esquire можно увидеть таких разных стендап-комиков, мне кажется, это очень ценный материал сам по себе, потому что ты там можешь увидеть Сашу Малова, Расула Чабдарова, Кирилла Селегея, Дениса Чужого, Юлию Ахмедову, люди, которые максимально из разных как будто миров, но все занимаются одним делом, и это, по-моему, прекрасно. И я безумно счастлив быть частью этой культуры сейчас и делать для нее все, что я могу. Потому что это на самом деле моя жизнь, и я люблю стендап-комедию, чтобы она пропадала, будь она пропадать из моей жизни, пропаду ли я из нее, неважно. Просто мы делаем ее все и стараемся делать ее лучше. Вот и все. И спасибо проекту от Esquire. Действительно, я на самом деле думал что-то критическое сказать, но все равно получилось. Видишь, какое хвалебное все. Ну, видишь, тебе пишут, Жень, что ты красивый. Ну, да, во-первых, не все, а какой-то мужчина, а во-вторых... Ну, что ты мне мешаешь подтасовывать данные? Да, во-вторых, да, во-вторых-то я его знаю. Что, ладно, я побегу тогда, да? Все, спасибо тебе большое, Жень. Спасибо. Все, давай, будем смотреть твои эфиры. Да, пока-пока, спасибо, рад был видеть. Пока. Пока.